Кто такие солдатики или же клопы? Или красный клоп – вид обыкновенных наземных клопов семейства красноклопов, размером 9-11 мм, встречаются с марта по октябрь в траве, кустах и на стволах деревьев. Едят пыльцу, фрукты, соки и семена произрастающих рядом растений. Кроме того, в рацион их питания входят членистоногие и другие беспозвоночные, такие как черви и улитки. Также вот так выглядит их личинка и маленький клоп. А на этом у меня все, всем пока.